Трогательная история. В Челябинске, кажется, появился свой хатико. Пес сидит на перроне уже 4 месяца. Собака ждет своего хозяина, который ее бросил. Эти кадры сняли зоозащитники около автовокзала у Дворца спорта «Юность». 4 месяца собака не покидает пост и ждет возвращения хозяина. Горожане сообщают, владелец уехал, сев в автобус, а пса оставил. Теперь питомец встречает все рейсы и ждет, когда за ним вернутся. Маленькая. А как зовут? Имя не знаете? Собака. Просто собака? Да. И как так уехал, прямо оставил на вокзале, да? Да, я видела, он прямо вот это бегает, ищет. Маленькая. Девочка. Красавица. Яйка. Яенька. Как же тебя так оставили? А давно? С весны где-то. И с весны живет так на вокзале, ага. На улице? Имя и возраст собаки никому не известен, впрочем, как и кличка. Сотрудники вокзала и зоозащитники подкармливают пса и надеются, что хозяин вернется за ним.